Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Если у вас какие-то проблемы с украинским языком, то, пожалуйста, выключите это видео прямо сейчас. Ну, а если у вас нет проблем, то, пожалуйста, смотрите дальше. Shatterline – це безкоштовний шутер від першої особи, що поєднує кооперативний режим ПВЕ та традиційне ПВП, командний бій, захоплення, підрив та ескорт. Как вы поняли, это украинский шутер с открытым миром, чем-то похож на Destiny 2. Ну, то есть похож. Тут очень много, я бы сказал, украли. Ну, как украли? Позаимствовали. Возьмем слово позаимствовали с других игр. Но позаимствовали очень даже хорошее. Потому что тут некоторые мобы есть такой джиггернаут в Warface. Кто играл, тот знает. Убивается только сзади, и у него сзади есть такие баллоны, в которые нужно стрелять. Тут тоже такое есть. Как бы прокачка, выкачка оружия там. Но это очень достойно сделано. ПВЕ вообще особенное. Должны командно работать, потому что если вы будете, ну, в одиночку там пройти нереально. Мобы буквально шотают. У персонажей разные роли. Я успел поиграть за разведницу Брису. У каждого персонажа есть ульта, разные обилки. Это надо играть, пробовать. Ребята, ссылка в описании под видео. Игра в бесплатном доступе. Забери, поиграй. Есть одно но. Игра на английском и украинском. Если тебя это не пугает и ты полиглот, то... Наше единое попередження дав нам безумець. Алан Сір, самопроголошений пророк. І зійдуть вони на полум'яних крилах, щоб переробити наш світ за своєю подобою. Ніхто не сприймав його всерйоз. Та коли вдарив стрейф, хтось немов клацнув вимикачем. Однієї миті світ був нормальним. А наступний... Кристалін почав поглинати все, що нам дорого, отруюючи не лише нашу землю, а й кров, що тече нашими венами. Уражені перетворювалися на гласхедів, бездумних слуг позаземного розуму. Але для Сіра та його пастви Кристалін не був прокляттям. Скло – це небесний дар. Він був засобом очистити планету від тих, хто не вірив у вознесіння людства. Аж раптом сталося диво. У декількох людей по всьому світі був виявлений імунітет. З ним у людства з'явився шанс вижити. Вітаємо у Шелгард. Армії Кристаліну та фанатиків Сіра, у нас нарешті з'явилася зброя, яка зможе дати відсіч обом. І це ти. Гей, шеф, на Ферман-стріт помічено гласхедів. Потрібне підкріплення. Кінець зв'язку. Та ну, Бріс, самі впораємось на раз-два. Починай відлік жмуриків. Нескінченний коловорот. Хтось має покласти.
Ласкаво просимо на борт, імуне. Да. Ну это все. Это мы приплыли, называется. Картина. Картина Репкина, приплыли. Так, Кьюшечка. Она не сносит нихуя, вообще нихуя. Опа! За урон азки. А сначала вот этого убить. Мне вообще не нравится. А, нет! Пошел вон! Ведьма вонючая. Так, винвиз, винвиз. Уходим. Уходим. Нельзя вместе стоять. Вместе не стоим. Так. Валим. А то ведьма, она, блин, так больно бьется. Ужасно. Давай, G. Эхку на всякий пожарный оставлю. Вон, она какие-то сталактиты такие херячит, которые вообще-то моментально убивают. О! О! 3 хп! Пошел вон! Давай, 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 валим. Валим. Отхилимся. Давай, 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 ребята, еще чуть-чуть. Давай, 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 он откиснул, откиснуть должен. Уф, 36 хп. Так, есть, 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 минус. Патрона нет, патрон. Так, это последняя тварь осталась. Не, нас сначала фамильяров. Потому что они просто шотают, если впритык подойдут. Блять, что это происходит? Давай минку кинем на всякий, может спасет меня. Иди вон, иди вон, иди вон. Мы убьем ее, убьем. Мы сможем. Мы сможем, сможем. Опа. А! Какой-то иней на губах. Покладемо цю сволоху. Ебой. Не, пистолет тут вообще мощная штука. Так, живите, пожалуйста. А, отойди, я... А, патрончики, е. Патрончики! Винвиз, винвиз. Живи, 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 пожалуйста. Сука! А. Блять, ну... Это хуйня. Она какую-то... Зону сделала. Если он не реснет, это все. Это все. Он 50 секунд не продержится. На какую-то ульту юзануло, что все просто легли в этой зоне. Давай, 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 маленький, беги, беги. Ресай, ресай.
Блять, она сюда идет. Не, это все. Это все. Потеряла меня. Блять. Охуенно. 1 хп. И что? Я ресну. Они твои. Мне надо в ульту уйти и тогда воскрешать, потому что я так не ресну. Треба освежитися. 50 секунд прошло. Сдохнул. Вот она опять ульту юзанула. Это шарики вонючие. Пошли вон. Уходим. Треба перезарядить зброю. Я буду дистанцию держать, я ебал. Вот она ульту кидает и все. У нее не уяз. Надо ждать. А у них хп то отбирается какой-то хуя. Ебать, она их повысывала. Подохнешь, тварь, или нет? Давай. F. Он в зоне. Да, а я не могу поднять. Все. Давай, беги. Пожалуйста. Еще чуть-чуть. Не, я в зоне. Я умираю. Я живу. Давай. Сейчас, F-ка. Да. Сука. Это пиздец. Блять. Это я типа сделал так, он типа за нас. Да ты задолбал умирать. Нет. Да сука. Говно сделал. Сука, это пиздец. Это просто адский бой. Я могу реснуть. Я сейчас в ульту уйду и ресну. Ой, то есть невидимость. Давай. Живи, блядь. Сука. Я пройду тебя, сука. А че я попасть не могу? Что такое? Давай. Ей осталось совсем немножко. Давай. Что? Ебой. Мы прошли. Это ради 12 креслен? Мастер пистолета, блять. Да. На волоске. И скинчик какой-то дали. Ой, хорош. Снайпу апнул.